Что-то я тебя не пойму, сынок. Короче, если в облаках витает какой-то мужик с бородой, то он уёбок, каких поискать. Прости, ты что же, назвал Бога бранным словом? Да, у него стоит на массовое убийство и детишек с раком. И проблему полнейшего пиздеца под названием человечество он решает сыном, пришпиленным к доске. Пиздючило же последнее, даже ты должен тут согласиться. Хватит. Его надо ядерной бомбой ебануть и дело с концом, вот и все. Извините, сэр, наши извинения. Старик? Ладно, ну ты подумай все же, я тут до вечера. Давай ты как-то потише себя будешь вести. Ну, прости, не хотел обидеть твоего внутреннего черного баптиста. Иди нахуй, я англиканец. Нет ничего плохого в частичке веры внутри. Сказал епископ монашки. Ты что скажешь, Хьюи? Ты в Бога веришь? Не знаю даже. Что? Да ну тебя! Правда не знаю? Нет, я понимаю, что в небе не сидит Морган Фримен, но мир все же это не хаос. То есть ты думаешь, что с Робин это было божественное вмешательство, так что ли?